Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 631 упражнение. Прочитаем задание. Прочитайте отрывок из веселого стихотворения Успенского «Окончание глаголов». Как вы понимаете его слова о том, что сами глаголы должны давать ответ, когда в них следует писать «ся» с мягким знаком или без? Давайте прочитаем. Как же нам быть с этим знаком? Ставить его или нет? Надо, чтобы сами глаголы людям давали ответ. Давайте выполним это задание. Слова о том, что сами глаголы должны давать ответ на вопрос о своем правописании, подразумевают, что именно с помощью глаголов мы выясняем, что необходимо писать. Задавая вопросы «что сделать» или «что сделает», мы отвечаем на них, используя глаголы с трудностями в написании. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.